Традиционная азербайджанская спортивная игра Човган – предшественник современного конного пола. Эта игра зародилась в середине первого тысячелетия нашей эры как командная. В Азербайджане Човган издревле считалась аристократической игрой. В нее играла азербайджанская аристократия и члены шахской семьи, поскольку для этого требовались специально тренированные, непременно очень быстрые и невысокие лошади, породы которых разводятся именно в Карабахе. Огромную роль в возрождении игры сыграла президент фонда Гейдар Алиева Мехрибанхан Малиева. Будучи постом доброй воли ЮНЕСКО, она приложила много усилий для широкого знакомства мировой общественности с богатейшей культурой нашей страны. Игра дошла до наших дней, не утратив своей актуальности. Более того, в 2006 году в городе Шики был проведен турнир по национальной игре Човган на Кубок президента Азербайджана, в котором приняли участие представители 8 городов Азербайджана. Копыт, крики игроков в жаркой схватке за мяч. Именно такую картину мы и наблюдаем во время соревнования по Човгану, являющейся древним конным спортом в Азербайджане. Отрадно, что национальная игра включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В сегодняшние наши дни развивается и активно возрождается. Древняя конно-спортивная командная игра популярна в Азербайджане по сей день. Не случайно в столице третий год подряд при организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана на Бакинском государственном ипподроме проходит чемпионат Азербайджана по национальной игре Човган. В этом году третий чемпионат собрал лучшие команды по игре в Човган. На соревнованиях состязаются команды Серхетчи, Ахджебеде, Полат, Балакен, Акстафа, Ахдам, Лачин, Шики и Кевсар. Занявшие первые места на чемпионате по Човгану, прошедшие 2-7 мая в рамках национального фестиваля конных игр, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Первая игра турнира прошла между командами Кёфсар и Ахдам. Завершилась победа команды Ахдам со счетом 1-0. Во второй игре состязались команды Серхетчи и Акстафы, завершившиеся победой Серхетчи со счетом 3-0. Здесь каждая команда состоит из 6 игроков и одного резервного. Двое из игроков – защитники, а трое – нападающие. Члены команды выходят на поле только в национальных костюмах. Камил Алиева, Заур Мусаев, Гюмбет Мамедов, Азертач.